Всем-всем-всем привет! Тут, когда я записывал обзор на морской бой, вдруг попалась вот эта игра. Она мне больше заинтересовала за музыку. Межпланетная борьба. Сделаем на нее обзорчик и посмотрим, что это за игра. Устраивайтесь поудобнее. Берите всякие вкусняшечки, двери и окна на засов, чтобы никто и ничто не отвлекало от просмотра вас данного видео. Всем желаю приятного просмотра, аппетита и спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям и заходить в телеграм-канал. Ссылочки будут в описании под видео. Ну а мы начинаем. Разрезать соединение, сдвиньте, чтобы разрезать соединение. Зачем? Цель победы. Займите все планеты, чтобы победить. Здесь равное должно быть. Все планеты заняты. Каждый цвет обозначает лагерь разведчиков, чтобы победить и уничтожить другие лагеря. Но это на самом деле просто было. Уровень 2. Когда планета наберет достаточно очков, она перейдет к следующему этапу. Отправит больше полетов с большей скоростью. Когда планета наберет максимальное количество очков, она разошлет все захваченные дирижабли. Дальше пошли. Третий уровень. Этот на два фронта не сможет бороться. Позже. Давайте дальше. Блин, заинтриговала. Кто кого? О, вот сейчас уже поинтереснее стало. Вот здесь есть разорвать. Угу. Блин, вот тут поинтереснее стало, когда уже соперник начал тоже захватывать планеты. Дальше. Пятый уровень. Но я первый на эту планету был претендовал. Ой, они у них там еще свои разборки не устраивают. Ну все, можно отправляться на захват. Смотрите, с три стороны бьется за одну планету. Я их поглочу сейчас со всех сторон. Круто. Круто. Дальше. Командир, это что?
И что она нам дает? Заморозить вражеские планеты на 5 секунд. Ну, да ладно. Погнали. Ох-ох-ох-ох-ох. А, вот так вот идет. Наоборот, сюда теперь. Хотя, подождите, разрываем связь и давайте вот сюда добивать. Все. Разрываем связи и все сюда. Я думал, хуже будет. Если планета находится в состоянии защиты, на дружественную планету будет отправлено вдвое больше боевых самолетов. Не понимаю. Да, я решил попробовать. И давай-ка мы... Ага, больше не могу я. У нас здесь такой тупичок происходит. Сейчас мы должны уже, да, переигрывать эту планету. Разрываем связь. Наоборот, эту накачу. Здесь разрываем связь. Вот и все, победили. Но чуть-чуть больше времени заняло. Дальше. Офигеть. Захватываем. Нам надо вот эти три сейчас захватить. Пусть они там сами себе чем хотят, тем и занимаются. Мне нужно здесь накачать. Вот тяна. Все, связь обрубаем. И наоборот, вот сюда подкачиваем. Угу. Красный оставил ее, потому что уже, увы, увы, ах. Ему сейчас не до нас. Давайте мы ту захватим. Ага, ага. Вот пусть красный с зеленым бьются. Отлично, отлично. Поможем здесь зеленым сейчас добить. Ничего ж себе. Я хотел зеленому помочь, а зеленый, короче, мне очень так нагнул. Классно. Молодец, зеленый. Молодец, хвалю. В итоге они оба и проиграли. Погнали дальше. Если планета находится в состоянии атаки, на вражеский планет будет прям вдвое больше. Ладно, пофигу. Мне нужно побыстрее вот это. Не дать вот к этому. Ой-о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 й.
Сейчас мы все за одну планету бьемся. Кажись, таки я проиграл, друзья. Угу. Я впервые проиграл. Давайте еще раз попробуем. И сразу вот сюда атаковать. Сразу в атаку идти. Да, 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 вот теперь мы победим. Проще, чем я и думал. Ну, давайте дальше. Что теперь, командир, это наш подарок вам. Вы можете поправлять всеми полученными вами картами в торговом центре. Карточную систему мы разблокируем. Здесь вы можете посмотреть собранные на данный момент карты и использовать их, чтобы легче победить врага. И что это за карта? Нажмите «Дислоцировать в бою», чтобы заменить дислоцированную карту на эту карту. И что она дает? Сейчас сказать, очень прям так понятно мне стало, что пипец. Да, тут у меня ЧП произошло, друзья. В принципе. Поэтому надо из двух серий будет состоять потом. Хотя не знаю, сейчас посмотрим, как это будет. А, я вот так даже могу. Все. Замечательно. А я с другого фланга зеленого сейчас буду бомбить. Не, а не получается так обойти. Зато мы можем вот так сделать. А этого я могу напрямую? Нет, не могу. Ну, собственно, здесь мы победили уже однозначно. Не понимаю, почему оборвалось. Но все классно. Победили. Погнали дальше. Магазин пакета карт мы разблокировали. Скорость развития планеты плюс 4%. Ладно. Это на самом деле не очень все интересно. Так, как мне вообще выйти теперь в игру? Ничего не хочу покупать. А вот оно главное. Ну-ну-ну, погнали. Давайте еще немножко побьемся, поборемся. Он с той стороны пошел атаковать. А вот так я могу? Нет, так я не могу.
Ага, ускорение пошло. Давай, 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 добивай его. А мы эту будем потихоньку еще захватывать. Никак не получается. И он на нее побежал. А если вот так вот я еще буду... А вот так поинтереснее получается. Оборвали связь. Ну и все, мы победили. Было занимательно и интересно. Какие-то задачи есть. Пойдемте дальше. Это обрубаем, это обрубаем. Сразу на красного атакуем. Ну не будет он с трех сторон, не должен. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Все. Обрубаем. Круто. А до этого мы не достаем. Ну и пусть, пусть вот так вот сделаем. Следующее. Залипательная вещь. Я его атакую. Подождите. И все. Ох-ох-ох-ох-ох. Заняли мы эту планету. Я вот сюда... О, могу теперь? Ну, посмотрим, кто кого сейчас перебьет здесь. Скорее вот так оборвать связь надо. Блин, круто. Следующий. Ух ты! Подожди. Здесь битва идет полным ходом. Он еще пытается меня атаковать. Мог бы себя защитить бы. Ну вот здесь сейчас бой не полнейший, друзья. Вот эту связь разрываем. Вот эту связь разрываем. Разорви мне вот эту связь. И все сюда. Р-
разорвать сюда, разорвать. Но вот это сейчас бойня была полнейшая, вообще лютая, мне понравилось. Что мне еще хочется? Разблокировать турнир 3 звезды, где вы можете собирать звезды в обмен на карты. А моя где планета? Здесь только одна эта может быть. Ну-ка. Каждый свое там захватывает. Угу. Блин, здесь какой-то трэш у меня происходит. А ну-ка давай-ка вот тут связь оборвем и сюда пойдем. Зеленый, конечно. Силен. Да, друзья, в этот раз я проиграл. Меня не съели. Ну что, на этом, наверное, все. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.